Ребята, всем привет. А что, всем привет? Ребята, всех вас раз... Ребят, всех рад вас видеть на канале Автостиль. Кто не в курсе, меня зовут Дима. Давно мы не снимали обзоры в нашем магазине, давно мы не снимали никаких прослушек, никаких тестов. И сегодня как раз мы собрали огромное количество динамиков. Это Морель Темпо 6 и... Какие, черные или... Серый Best Balance будет. Ладно, не об этом речь. Сегодня у нас на обзоре прослушка самых популярных среднечастотных динамиков размером 16 сантиметров. Сколько у тебя сантиметров? 16 сантиметров. Не, ну это нормальная история. 27 hearts beat! Пока Кирилл готовит сейчас стенд и вкручивает туда образцы для прослушки, я вам сейчас расскажу, какие динамики у нас сегодня будут на обзоре. Как вы заметили, здесь у нас маленькое количество Russian Bass M165 RBF. Это обновленные динамики. Это совсем новые динамики. Так я скажу, они выглядят примерно вот так, или не примерно, а именно вот так, вот с такой титькой в центре, беленький такой сосочек, белая корзина, ну такой контраст черного и белого, инь-янь, как говорится. Ну а сейчас непосредственно перейдем к тем динамикам, которые будут у нас сегодня на обзоре. Так, первый идет Pride Emerald TVB, динамики стоят 3500 рублей, заявка производителя 100 ватт номинальной мощности, рекомендованный диапазон частот 160 Гц-8 кГц, то есть очень широкая такая диаграмма воспроизведения. Их, еще раз повторюсь, розничная цена 3500 рублей. Дай, пожалуйста, Кирилл. Вот так вот выглядит этот динамик. Корзина с антирезонансным покрытием, очень добротно выполнен. В нашем магазине такие динамики очень часто продаются. Их основная особенность то, что у него посадочный диаметр 17,5 сантиметров, остальные все 16-сантиметровые. Динамики, которые поступили в продажу в марте, еще чуть-чуть остались, но практически на исходе. Russian Bass M165 RBF, номинальная мощность 100 Вт, импеданс 4 Ома, заявка производителя, самая, кстати, интересная заявка, от 76 Гц до 17 тысяч кГц. Немножко производитель проверяет эти характеристики не в пользу воспроизведения низких частот, а в пользу того, что они так высоко забираются. Таких динамиков у меня в машине 6 пар. Я на них выступал в категории Spellfront. Были у меня неоднократно призовые места. То есть динамики очень достойны. Их цена 3990 рублей. Новые динамики. Их называют многие обновленные, кто-то второй версии. На самом деле это абсолютно другая модель. Единственное, чем они похожи, это белая штампованная корзина. Но у M160 RBF обычные лопатки. Такое вот фазовыравнивающее тело в центре диффузора. Диффузор из бумаги, это не прессованный, это обычная такая мягкая бумага, тканевый подвес и вот такой компактный магнит. А у предыдущей версии вшитый подводящий, такой карбоновый или кевларовый колпак в центре, и за счет такого вот широкого тканевого подвеса, очень большой ход, они очень хлесткие, но все-таки я их больше бы назвал не мид-бас, а очень низко играющая середина, не очень которая забирается вверх. Цена новых динамиков 2990 рублей. Друзья, конечно же, как мы их только получили, мы вкрутили в стенд. Безусловно, динамики порадовали, очень приятно удивили. И сейчас мы их обязательно в лоб со всеми сравним и покажем вам сравнительную прослушку. Pride Ruby. Тоже динамики обновленные. У Ruby очень мощная магнитная система. Лопатки. Две плюса, две минуса для удобства коммутации, что подкупает в отдельных случаях и очень удобно при подключении нескольких пар динамиков в двери. Их номинальная мощность 150 Вт, насколько я помню. Да, 150 Вт. Диапазон воспроизводимых частот от 120 Гц до 8 кГц. 16-сантиметровый динамик. Их розничная цена 4750 рублей. Тоже динамики очень популярные. И очень часто к нам приходит магазин за ними. И интернет-заказы тоже на них очень часто поступают. Ганнибал MA61. Относительно недавно поступили в продажу. Очень достойно играют за свои деньги. Стоят они 3490 рублей. Не ошибся? 3590. Кирилл меня поправил. 170 Вт номинальная мощность. Kicks серии Headshot. Новая модель. Не очень заурядные названия.
маркетологи компании Kicks не стали заморачиваться с маркировкой LS65. А многие из вас знают, что есть Loud Sound LS65, Oris есть. Я думаю, и ни грамма не удивлюсь, если в скором будущем у многих производителей будет модель LS65. Но такой весистый малыш — это самый тяжелый оппонент в нашем обзоре. Мощная литая корзина, очень мощная магнитная система. Вот так вот он выглядит. Тканевый подвес, очень высокая мощность. Сейчас давайте посмотрим на коробке. 150 Вт РМС, 300 пик, 94 дБ чувствительность. Отмечу маленький нюанс. Вот динамики вот с такой мощной магнитной системой — и хорошо, и плохо. А знаете, в чем плохо? Когда вы их ставите через переходные колечки, к примеру, ну, в иномарку, там, за штатную обшивку, очень часто бывают случаи, что ограничитель двери упирается именно в магнитную систему динамика. Такое бывает с Арнольдами, такое бывает с Pride Solo, такое бывает с Loud Sound LS65. Пиздит! Ну и я думаю, с этими динамиками может возникнуть то же самое. То есть, когда вы выбираете динамики, обращайте внимание на посадочную глубину. И Russian Bass M165 RBF Pro то же самое. В каких-то машинах тупо упирается ограничитель, когда закрывается дверь. Ну и физический динамик можно просто разрушить. Так, и следующий у нас, опять-таки, новинка Edge серии Extreme. Edge Pro EDX Pro 6W. W, я так понимаю, это вуфер. Хотя написано, что mid-range, то есть, я как понимаю, это низкоиграющая середина, 120 Вт номинальной мощности, 260 Вт пиковой, диапазон воспроизводимых частот, внимание, от 90 Гц до 10,5 кГц. Очень широкая диаграмма. Как они играют, тоже это обязательно послушаем. Динамик выглядит примерно вот так. Снизу красуется надпись PRO. В таком хаотичном художественном стиле это написано. Мощная магнитная система. Лопатки. Отмечу, такие лопатки очень удобны в подключении, нежели когда пружинные терминалы. Но это, я это отмечаю на эти моменты внимания, потому что в процессе инсталляции это очень удобно. Многие из вас поднимут лишний раз палец вверх, когда трахаются с подключением. И вот в таком случае приходится паять, обжимать, подкручивать. То есть при таком расположении, когда две лопатки плюс и две минуса, удобнее коммутировать. Я думаю, со мной многие согласятся. Ежи стоит 3390 рублей, очень консервативная цена. Послушаем, как они ведут себя в деле. Ну и последний апокалипсис. Sylvester AP-M60S V2. Судя из маркировки, V2 это вторая версия. Были первые серии Sylvester, на Falke такие стоят. И вторая серия, обновленная, с улучшенным звучанием. Номинальная мощность 150 Вт. Диапазон воспроизводимых частот от 100 до 13 кГц. То есть, по сути, вот эти динамики можно использовать без пищалок. Мы такие динамики очень часто используем в своих установках. И очень часто ставим их не с пищалкой рупорного типа. К примеру, вот такие вот большие, да, с раскрывами. А обычные шелковые, вот такого плана. Все дело в том, что в штатные места, в любую иномарку, можно поставить вот такую компактную шелковую пищалку. И не в ущерб звучанию, то есть АЧХ получается ровненькое, звучание получается насыщенное за счет того, что как раз Sylvester разбирается очень и очень высоко. Вот так вот выглядит этот динамик. Очень солидный. Корзина с антирезонансным покрытием достаточно глухая. Терминалы пружинного типа. И тканевый подвес. Целлюлозный диффузор. Ну, в общем, стильно, модно, молодежно. Их розничная цена 4990 рублей. Это, можно сказать, один из самых дорогих на сегодняшнем нашем обзоре. Друзья, ну сейчас давайте перейдем к прослушке. Как говорится, баснями соловья не накормишь. Погнали! За тобой по пятам я так пропаду, не забуду тебя, моя мама мехиканая. Начнем водами, а закончим на берегу. Сам прорабатывает пути где-то в цветочном саду. Я не знаю, почему себя сбежать не могу.
Fucking with the thoughts on that number one speed. She the type that like to lay it all on the line. She's labels on the mind, that way it ain't a crime. I'm rhyming, that you show no shame. And you make those claims like you play no games. When in reality, you the biggest player them all. The princess, the one I'm most adorable. Everything you say is wrong, but deep down, you really scared he's gonna leave you. Your closet got more skeletons than the fear. Bales, miracles, you first came out barrels. My dogs had only put the frogs from the ghetto. You hate losers cause they make you feel superior. Trying to tell me lies to justify, but all I'm hearing is the beat. Ну, в принципе, картина понятна. Я бы разделил, вот, к примеру, все наши экземпляры на две части. Низкоиграющие и оралки. К примеру, к низкоиграющим я бы отнес Russian Bass, Edge серии Pro, LS-65 Kicks Headshot и Hannibal MH-61. Они все-таки гораздо ниже забираются. И все дело в том, что... Ну, ввиду своих особенностей, ввиду того, что, ну, видимо, катушка, многие технические характеристики влияют именно на то, чтобы они воспроизводили низкие частоты, так называемый мид-басовый диапазон. Из, так скажем, оралок это Russian Bass, это Sylvester, и это обе пары Pride Ruby и Pride Emerald FB. Вот я сейчас предлагаю сделать так. Мы сейчас их собираем в две кучки. В одну сторону мы сейчас вкручиваем по очереди сначала среднечастотники, отслушиваем их на разных треках, а потом ставим в эту же колонку, чтобы отойти подальше, чтобы добавить немножко копоти, чтобы вы срач не слышали в микрофоне, срач в своих наушниках, срач в динамиках не слышали. И потом ставим туда низкоиграющие среднечастотники. Это Russian Bass, Edge, Hannibal и Headshot. Поехали. Что, берем шуруповерт и гоним, да? Друзья, перейдем к демо-стенду. Сейчас будем прослушивать динамики. Давайте сверху вниз. Pride Emerald FB, Сильвестеры, обновленный Russian Bass и Pride Ruby стоят внизу. Источником звука у нас 99-й Pioneer. Топовое головное устройство. Сейчас пробегусь по настройкам, скажу, от какой частоты до... в каком диапазоне будут играть у нас динамики. Так, снизу мы их режем от 125 Гц. В повседневной жизни это самая популярная, наверное, настройка. Либо 125, либо 160 обычно режут эстраду, чтобы слушать громко. А сверху 6,3. Давай до 8 сделаем. Потому что у всех практически заявка до 8-10 кГц. До 10 сделаем. Давай до 10. А миды пониже порежем, да? То есть от 125 Гц до 10 кГц у нас будут играть динамики, так скажем, реальные среднечастотники. Ну и что, погнали. А, усилитель мощности у нас Audio Art Revolt. Не самый мощный усилитель, у него по 65 ватт в канал. Мы умышленно не стали ставить сюда мощный усилитель, чтобы не отходить на 200 метров и слушать, как эти динамики играют. Потому что в близком поре все-таки вы будете слышать искажения, будете слышать срач, который будут воспроизводить не из-за того, что они херовые, а из-за того, что просто микрофон не сможет передать той громкости. Отойдите сюда подальше. I don't mind if you say no.
Bright Ruby забираются ниже. На мой слух, вот именно на этом треке Сильвестр и Russian Bass на очень одинаковом уровне. Сильвестр, мне кажется, чуть-чуть забираются повыше. Хотя, как я уже сказал, что до 10 кГц они нас играют. То есть немножко горбик такой смещен у них в сторону высокочастотного диапазона. Ну, очень схожие по звучанию. Огромной разницы я не слышу. Эмиральд и Уби плоско играет, но тоже прикольно. Мне вот и Уби больше нравится, чем Руби, честно могу сказать. Опять-таки, засыпьте в комментариях, что вы слышите, да, ну вот мои уши слышат вот так. К примеру, вот в стенде, вот именно вот на тех треках, которые мы сейчас включаем, Руби немножко выбивается, ну, так скажем, удовольствие от прослушивания я меньше получаю, нежели, к примеру, от этих от трех. Давайте еще послушаем. Там какой у нас трек? 20-й. У Сильвестра, в каких-то больше нравится у Russian Bass, в каких-то проигрышах очень достойно играет Pride Emerald FB. Итак, у нас на очереди вторая часть, так скажем, низкоиграющих серединок Russian Bass M165 RBF Pro, MH61 от мачете серии Ганнибал, Headshot LS65 и Edge, хер поймешь, как выговоришь, EDX Pro 6W. Так, погнали! Так, давай по настройкам.
рано погнали. Давай так же до 10 оставим, да? А запустим поближе. Пусть они нас играют не от 125, а от 80 или от 40. Пусть от 40 играют. Сейчас тут просто сейчас жара пойдет. Мне вот больше всех, так скажем, на ухо лег LE65. Такое легендарное название, да?
у OutSound есть модель КВ-65, мы сейчас в халк такие поставили. Делаем сейчас экраны, 6 динамиков сверху будет, 6 снизу. Ну, я думаю, пока временно, но не суть. Киксы очень понравились. Эти динамики играют ниже всех. M165 RBF Pro. Еще раз повторю, что такие динамики у меня стояли не один месяц в машине. Я их знаю от и до. Я их не один динамик спалил. Превышение мощности, весь потенциал этих динамиков я знаю от и до. Чуть-чуть не хватает серединки. Скажу честно, MH61 достойно играют. Очень прикольно, забираются очень высоко вверх. Кикс очень сбалансированный звук, но хлесткость такая, и серединка хорошая, и верхняя серединка, и нижняя серединка, ну, достойный динамик. Edge немножко проигрывает по мидбасу, немножко проигрывает по серединке, но ввиду своей цены, конечно, вот эти два динамика, вообще Edge самый дешевый из тех, что вот здесь вкручен. Не самый дешевый на тесте у нас, а самый дешевый, который сейчас был на прослушке. Друзья, ну вот такую сравнительную прослушку, вот такой тест мы провели специально для вас. Вы задаете очень часто вопросы, в какой динамик лучше играет, какой ниже, какой как резать. На самом деле резать можно по-разному. И от 160 Гц, и от 100 Гц. Но все зависит от того, на каком уровне громкости вы слушаете. Безусловно, любой из этих динамиков, когда мы их ставим там, 2, 4, там, 8 динамиков двери, можно приготовить, можно отстроить по-разному. И даже в том случае, если вам закрыть глаза, в сочетании с твиттером, с сабвуфером, хрен кто определит, какой из этих динамиков будет играть. Ну, единственное, что если у вас фамилия не Паганини, вы... Сейчас съешься. Ну, безусловно, если у вас фамилия не Паганини, вы легко сможете определить, к примеру, предыдущую версию Russian Bass от новой версии. Вот. Динамик реально порадовал меня вот этот вот. Его розничная цена дешевле 3000 рублей. То есть это самый дешевый, который у нас был сегодня на прослушке. Приятно он играет. Подписчики моего Instagram знают, что вчера я вкрутил его в одну дверь. Вернее, не его, а 6 таких динамиков в левую дверь. И 6 динамиков у меня стоит в правой двери. Предыдущая версия. Если вам интересно, обязательно пишите в комментариях, я для вас сниму битву фронтов левой двери, битву правой двери. Ну, как проходит битва фронтов, подписчики моего канала знают, да, то есть мы это меряем датчиком, мы это отслушиваем на разных треках и вам об этом рассказываем. Но честно скажу, вот из всех отслушанных динамиков мне понравились всего два. Это Kicks LS65, не из-за того, что он новый, не из-за того, что он тяжелый, а просто вот он мне понравился по звучанию. И обновленный M165. RBF. Все эти динамики, ну не только эти, вы можете прийти, послушать и приобрести у нас в магазине, а кто находится далеко, дистанционно можете сделать заказ на нашем сайте автостил.су. Оставляйте заказы на нашем сайте и получаете приятные бонусы в виде пакучек. У нас сейчас новые приехали с такими вот элегантными дамами, с шикарными формами, с халком. Ребят, обязательно подпишитесь на наши соцсети, подпишитесь на мой Instagram, кто еще не подписан. Следите за нашими новостями, поднимайте палец вверх, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И я с вами на этом прощаюсь, но ненадолго. И всем пока, двигайтесь с музыкой.